Еще один день нашей рыбалки, шестой день, 29 число. Народ на машинах перестал приезжать, зато на буранах его море. Рыбка немножко полавливается, уже в принципе устал рыбачить. Кто хочет покушать, тому приходится и порыбачить. 6 дней уже здесь. Поймал уже неплохо. Пейзажики красивые. Красота. Только потихонечку, еще раз повторю, полавливается, но сегодня не очень крупная, даже можно сказать совсем не крупная. Так клюет с периодичностью, такая сегодня небольшая. Я рыбачу на самодуры, люди рыбачат на мусорки, но рыбка небольшая, не крупная, но все равно пойдет немножко. У меня перестало клевать. Решил вам заснять сегодняшний день. 7 часов утра встал. Немножечко у меня подергало. Сейчас часов 8. Красота. Вообще на природе это те, кто рыбачат, охотятся, меня понимают. Такая, блин, сидеть перед телевизором — это говно. А так вот выехать, ух, просто красиво. Ну а так живем мы. Затопил печечку, встал часов 5. Сегодня спал в другой палатке. У меня напарник уехал в город по семейному обстоятельству. И я один вторые сутки, завтра должен подъехать. Да еще побудем дня 3. Буду завязывать, сваливать домой. Надо и отдыхать, помыться, умыться, как говорится. Тут таких возможностей, можно сказать, нету. Сегодня привезли, у нас кончались дрова. Сегодня нам передали дровишек немножко наши товарищи, которые уехали в город на моем буране. Ну ничего, поживем потихонечку. Накидал я уже немного. Есть крупная, прям хорошая курюшка, вообще обалденная. И есть не очень. Вон какие экземпляры. Что-то клев перестал. И смотрите, опять погода. Опять вот выходил, было нормально все. И опять погода начинает у нас портиться. Ох, опять, наверное, буран будет. Ну, еще видно все стороны. По идее, нормально. Но рыбка перестала клевать, не знаю почему. Сегодня день какой-то не очень. И крилил, и что только не делал. Вон, полкубика даже нету. Ну еще, конечно, всего лишь второй час. Может, к вечеру даванет. Но сегодня 29 число. Ловится прям вообще плохо. Вот такая вот ерунда. Вечерело, клевало сегодня отвратительно, чуть больше полкубика поймал. С утра поклевало, погода совсем опять становится не очень трансфортабельная. Ветерок, завтра обещают сильный снег. Жду буран, когда приедут парни. Thank you.
кто-то уезжает, кто-то приезжает. Но ветерок хороший. Вот так вот. Может быть, вечерком немножко еще даванет рыбку. Кто ее знает, будем ждать. Но уже 7 час и рыбы нет. Условия рыбалочки. Народ он сваливает на буранах. Не хотят они оставаться здесь. Да, это вечернее. Еще посмотрим. Ну я вот сейчас вот посидел. Сейчас, наверное, поставил уже вторую удочку. И вот поймал всего лишь. Все порвали домой. Повечерело, немножко поклевывать стало. Вон долбит. Вот я поймал уже под вечер. На улице опять очень сильный ветер. Но поменьше, чем тот раз, какого уже не помню числа. Вот, но сегодня опять он под вечер нам дает вторую палатку, не выдержала, сложила ее. Мы сделали вроде, вот, но опять нам все это кирдык. Опять идет все вообще. 8 час времени. 29 число. Машину перегнали уже сюда. Вот эту палатку вверх полностью сложила. Эх. Пойдет потихонечку. Сегодня у нас 30 марта, вот такой вот денек стоит, на улице в принципе градусов 5, небольшой ветерок дует, но снег идет, все вот это вот дело вот такое, погодка нам дает о себе знать, ну берег видный. Этот хорошо видно берег. Палаточки стоят, людей рыбачат потихоньку. Такие вот дела. Палатку надо переставлять. Залило. Вода почему-то снизу прет. Пойду рыбачить. Время 7 часов. Рано сегодня не стал вставать на рыбалку. Там вот в стороне Лазарева не видно ничего. Сахалин тоже не видать. Острова. Ну, вот как-то так. Пойдем рыбалим, посмотрим. 30 марта. На улице ветерок, снежок. Сижу, полы снял. Вот. Криль. И вот поймал немножко. Но это еще рано, еще 9 часов. Но все равно это и немного, и не мало. Есть экземпляры, блин. Корюшка просто обалдеть. Второе. Клев закончился немножко. На улице все так же метет. Вот в таких условиях проседаю. Там нарезочка у меня. Нарезал. Здесь печурка стоит. Вода вышла здорово. Сейчас буду передвигаться. Ветер маленько подстихнет. Передвинусь с этого места.
От печки вода идет. Вот так вот. Это уловчик. Не сказать, что плохой. Ну и не очень. Ух, какая крупная. Есть. Ну вот так вот. Продолжаем рыбалочку. На корюшку-зубатку, сахалинку. Сегодня погода, ну, очень ужасная. Снял трубу, дует ветрище. Не знаю, в одной палатке у нас аж крышу смяло. Рыба ни хрена не клюет, блин. Ну, я говорю, поймал полкубика. Вообще нету. Вот какая-то там поклевочка, что-то дернуло. Ветрище. Просто смотрите, вот первое за час. Вытащим. А на улице у меня весь верх ходуном ходит. У второй палатки крышу замяло. Когда ж рыбачить-то мы будем нормально? Вот такая вот погода. Смотрите, что делается. На протяжении нескольких суток, блин, не знаю, выдержат палатки и мы в Лимане. Вот это да, ничего не видать вообще. Пытаемся у пацанов спасти вещи, все поскладывало, палатку держу с одной стороны, здесь все кирдык. Сейчас вверх еще упадет и все, придает нахер. Вот такая вот хрень случилась с нами на рыбалке, бля. Попа полностью. Пробуем вытащить все, что было. Все тут вообще, все сложенное. Я держу одну сторону. Ничего не придумаем. Ее просто разорвало палатку всю.